Больница Бейкон-Хиллз. Мы давно не виделись, Эрика. Ты точно принимаешь свои лекарства? Вы скажете маме? Я клянусь, что не хочу этого, но есть одна группа адвокатов, которые готовы переломать мне ноги. И я не знаю, видела ли ты мои ноги, но для моего возраста они все еще довольно сексуальны. Так что... Доктор будет здесь через минутку, хорошо? Хорошо. Лежи смирно. Побочные действия. Беспричинный страх, бессонница, угревая сыпь, язвенные колиты. Да уж. Кто ты? Скажем так, у нас есть общий друг. Ты получила предупреждение. Как раз до приступа. Это называется аура. Это... как металлический привкус во рту. Тебе не нужно врать, Эрика. Какой вкус был на самом деле? На вкус как кровь. А что, если я скажу, что все это может исчезнуть? Побочные эффекты, симптомы. Все. И что если это все уйдет? А кое-что другое сделает тебя лучше. Как? Давай я покажу тебе.